Илон Маск назвал стоимость полета на Марс. Буквально вчера мы сообщали о том, что амбициозный проект Mars One по колонизации Марса закрыт. И если касательно Mars One изначально было очень много сомнений, то в планах Илона Маска и компании SpaceX сомнений существенно меньше. Да, порой сроки, которые называет Маск, выглядят фантастически, но в целом SpaceX – одна из немногих компаний, которая может сделать пилотируемый полет к Марсу реальностью. Сегодня Маск, отвечая на вопрос в Twitter, заявил, что полет к Красной планете с учетом возвращения, которое будет бесплатным, обойдется желающим менее чем в $500 000. А затем добавил, что это может быть и сумма ниже $100 000. twitter.com/elonmusk/status/10974769462461356189. Учитывая его дальнейшие слова о том, что такая цена позволит многим желающим продать свой дом на Земле и переехать на Марс, речь не о первых туристических полетах, а о времени, когда колонизация уже станет реальностью. Правда, все мы понимаем, что пока даже приблизительно о сроках в этом вопросе говорить нельзя, как и о суммах. Так что слова Маска – это скорее его видение.